Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, und heute befinden wir uns im Grand Café Concerto, einer der ältesten und edelsten. They said we can sit together. Do you want to sit together? No. So now we just arrived to London. We are on the way to our hotel to leave our luggage there, and then we will discover the city. Not windy, not rainy. To compare with Bristol, the streets are flat. Только что заехали в отель. Все очень красиво, тесно, но уютно. Еще неплохой вид на английскую улицу. Ну а пока что мы направляемся в сторону реки. А прогуливаясь по этой улице, можно представить, как будто я на Ис-Маэте. Но только на Ис-Маэте эти деревья чуть покороче, а эти нереально древние. В общем, наш план — идти мимо Биг Бена в китайский квартал. А вот здесь вот по пути нашли какой-то парк. Ого, посмотрите, какой там домик зеленый. Это, короче, он здесь, в этих кустарниках. Прям как в Исме. You would think you have the access to the water, but only if you have a boat. Как? Oak. Oak. Не ок, а oak, да? This oak tree has been planted. 1977. So this is how the tree looks after a few years. А вот это Биг Бен. И он, как обычно, строится. Так что на него особо ты и не посмотришь. Нашим репортерам получилось вплотную его найти. А теперь мы направляемся в сторону китайского района. Сзади нас Биг Бен. Впереди нас река Темза. И этот колесо обозрения. Лондон Ай, или как он называется? И вот, короче, без шуток, вот это плывет Uber Boat. Не знаю, как это работает, может быть, можно заказать ее по приложению. И все вот это налюбленное туристское место украшают вагончики с сувенирами. Покупай, поторапливайся. This here also a nice bench with a nice view. This place is the road. The back of it is the door to where you are going. Just the way you are going to where this building behind me is National Gallery, and this is the biggest lion I've seen in my life. Ladies and gentlemen, welcome to the National Gallery. Я все он ядис кирсига. Лыхнеп нагу кунст. Finally, we have arrived to Chinatown. Мы добрались до Чайнатауна, и теперь нужно выбрать, в какую сторону идти. Каждая улица по-своему интересна, кроме вот этой. Она не очень. Now I will show you what kind of cuteness I found here. This dog is very small. How old is this dog? He is three years old. Forever puppy. Yeah. So beautiful. Thank you. Chinatown. Shabada, Spider-Man.
куда пойдем гулять? К телевышке. К телевышке? А где она? Там вон прям. Ого! Подписывайтесь на наш канал, ставьте ставки на казино. Ура, ура! Победа! Итак, мы наконец-то добрались до парка. Посмотрите, какой он огромный. Тут очень много всего интересного. И, к сожалению, уже темнеет. Не все получится показать. Приятного аппетита. Такое чувство, что я это все не съем сейчас. You wanna power up your Tesla? Plug in now and get free YouTube Premium without any ads. Restrictions apply. Вы уверены, что нельзя по траве ходить? Где знак? I will capture the bird's nest. И там другой. Короче, билет в туалет стоит 20 центов. А здесь еще есть такой, типа, штучка такая, но она не работает. Но если у вас есть специальный ключ... Оп. Не ловит связь, и нужно самому разобраться. Мы находимся на Camden Town. Мы решили доехать до станции Банк, потому что это желтая и зеленая ветка. И вот здесь, на этой карте, мы не смогли найти, где мы находимся. Мы нашли, где находится Банк. И вот он соединяется с желтой и зеленой веткой, и нам нужно доехать до Black Flames. Видим там расписание. Кеннингтон via Charing. Это значит, мы находимся в Camden Town. Он едет в направлении Кеннингтон через Charing. Хочешь присесть вот там в уголке? Вот сюда присаживайся. Так, ну торопиться не обязательно, мы находимся на станции Embankment. Сейчас видишь на черной линии. Типа вышли на черной линии, приехали.
Ленина, на Красный. Да, на чё? На... Короче, хрен знает, где мы вышли. Нам нужно на зеленую, на желтую линию, то надо где-то найти ее. Вот она, стрелки показывают. Такой просторный. Вот эта скромная поездка обошлась нам в 5.50. An dieser Stelle verabschieden wir uns.